Вот он вышел, хозяин. Сам. А это второй номер. Баран Саффолк. Вот этот у нас вожак в стае. В стаде, вернее. Альфа-самец. Красавец. Хозяин положения отодвинул оксфордов баранов на второй план от самок и все-таки захватил территорию. Красавцы оба. Телята. Это телята. Потрясающие бараны. Ту-ту-ту. Потрясающе. Так что так. Это наши ягнятки. Малышня. Забегают в кормушки немножко. Да, теленочек. Че, а как вылазить будешь? А, у тебя там ход. Ну, хорошо. Такие саффолки. Отодвинули оксфордов баранов. Даже не видно их среди маток. Что? Морда. Хорош, хорош, хороший баран. Хорош, хорош, хорош. Вот такие два красавчика. Вечерний осмотр стада. Малышня. Где же у нас оксфорды барана? Что-то не вижу. А, вон они, друзья, стоят. Ну вот я говорю, что саффолки их морально задавили. Вот они. Видно, да, стоят. Отвернулись в угол. Это наш первый баран. Оксфорд. Хорошие бараны. Очень крепкие. Ноги какие, да? Копыта. Копыта какие хорошие. Иди, иди, иди. Покажи себя. Такие вот медвежьи. У них экстерьеры медвежьи. Масточка. Хорошая девочка. Саффолки. Саффолки их морально задавили. Хотя первые два дня оксфорды им не уступали. Все-таки били их. Били хорошо, хорошо. Но, видимо, со временем все-таки габариты решают. Вот и саффолк получается сейчас доминирует в стаде. Еще ждем мы ярочек под покрытие. Тоже пустим их в общее стадо. Разделять не будем. Так что часть все-таки останутся под оксфордами. Кого оксфорды покроют. И оксфордих, и дорсетов. Вот, но я думаю, основная часть у нас пойдет под саффолков. Ну так, вроде все хорошо, слава богу. Все хорошо.